Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой, где у нас порой, честно жить не хочет. Служба дни и ночи, если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Я уже выхожу. Я уже выхожу, подожди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так, уважаемые граждане, почему нарушаем? Где я нарушил? Ну ты нарушал конкретно. Я же видел, своими глазами я видел, я же не слепой. На светофоре ты нарушил. Хе, этот светофор уже полгода не работает. Я говорю, не работает, выйди из машины, подойди, палас, почини. Остаток, что ты, нормально все, давай поеду я. Никуда ты не поедешь. Давай сюда документы. Документы вот дальше, и куда хочешь ты езжай. Хорошо, братуха, вот что есть, возьми, да, от души, чисто даю, от души. Подожди, подожди, иди сюда, иди сюда. Эти 14 рублей ты себе оставь, ты помни меня, на них даже хлеб не купишь. Во сколько ты хочешь? 800 рублей. Сколько? Куда, а? Блин, за 800 рублей таджики свадьбу играют, ты че, какой 800? Таджик, я не таджик, понял ты меня? Я обыкновенный мент. Давай, я ничего не знаю, давай 800 рублей мне сюда, давай. Давай мои 800 рублей, давай сюда. По закону мои положены, давай, я целый день здесь стою. Братуха, слушай, в одном городе живем, одних людей тоже знаем, наверное. Давай, да, поеду я. Я никого не знаю, ничего не знаю, ни в одном городе я тоже не живу. Давай документы свои, давай. Не, отпусти на меня, слушай. Отпускают на зоне, ты знаешь, это серьезная тема, на зоне отпускают. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Лейтенант Гичубеков. А, что приятно. Что скажешь, братка? Что слушай, за ней работаешь, световор 800 рублей просто. 800 рублей? У него в отделе кличка 800 рублей, ты чё? Иди сюда, я тебе за 400 рублей сделаю этот штраф. Ты, братан, через мою территорию нарушай оттуда, я тебе буду дешевле протокола писать. Конечно, Ван. Ты смотри сюда, у нас сейчас тем более акция. Каждое четвертое нарушение бесплатно. Смотри, я тебе визитку оставлю, у нас не ихняя Шарашкина контора, у нас чуть по-другому, ДПС Плюс. Другой логотип свой, бренд у нас свой уже готовый давно. Братишка, вот ее хапни, у нас целая сеть постов по городу. Вау. Любое время у нас остановишься, мы тебе. Накопительная система штрафов у нас, короче. 30 штрафов, короче, у тебя как накопится. Наш сотрудник тебе стих расскажет, музыку споет. Серьезно, что ли? Да, можете вместе вот как-то спеться, я тебе отвечаю. Вау. И вот эта дисконтная карта тоже, братан. Скидки. Скидки, все, скачухи, короче, я тебе отвечаю, акции постоянно. Так что, братка. Видел, да? Я говорю, ты что моих клиентов отбиваешь, а? Иди на свою территорию, там занимайся своими делами. Братан, постой, ты чё ты кипишь, братан? Территорию. У меня там, братан, вообще не ходовое место. Ты чё возмущаешься? Вот такое хлебное место себе урвал, ещё возмущаешься, а? Я чё возмущаюсь? Я справедливо возмущаюсь. А ты знаешь, сколько я ежемесячно командиру полка в аренду за это место плачу, знаешь ты? Я тебя уважаемый ты человек, да? Я тебя очень прошу, оставь его в покое. Я тебе, вот это 800 рублей же есть? 800 рублей. Так уже будет, я тебе в кредит оформлю. Понял, да? Вот каждый месяц сюда на пост 20 рублей будешь привозить, да? Вот так и погасишь свой долг. О, я тебе за слова отвечаю. Братан. О, за этот кредит у тебя сейчас три поручителя потребуют. С зарплатой 20 рублей в месяц. Ты чё, братан? Я тебе сказал, со мной работай. Я тебе... Ты что хочешь от меня? Ты что хочешь? Да? Оставь, я тебе говорю. Я его. Тебя оставлю сейчас, я самого оставлю. Тихо. Я тебе вытащу, не волнуйся. Что? Корочка у меня. Что говоришь? Корочка какая-то у меня. Корочка, браток. Что там написано? Посмотри, да? Ты дурак, что ли? Ты посмотри. Что написано там? Короче, прокуратура, братан. Подожди, ты, прокуратура, что ли? Точнее, надзор над милицией. Салам алейкум.
Алик Максим Закир. Пойдем. Алик, ассалам. Как чувствуешь себя? Нормально. Нормально? Так, по 15 штук дали оба. Быстро. Подожди. По 15 штук. Все. Нет, так тоже не бывает. Я пропал. 15 штук. Все. Так, все, по 15 штук. Братка, что, 15 штук тоже дорого? Подожди, нормально все. В одном городе живем, общий знакомый. Вот как раз общим знакомым набираю я. Отпусти до нас. Отпускают на зоне, помнишь, да? Что я? Шайтан попутал мне. Вот тебя попутал, ты распутывай теперь, что? Откуда я знаю, что тебе? Валикум ассалам. Что делаешь? Валикум ассалам. Что случилось? Что здесь случилось? Ты кто такой? Ты здесь мне не лекарь. Я из прокуратуры. Отдел по борьбе с коррупцией. Что случилось? Ассаламу алейкум, братан. Валикум ассалам. Отдел что? Что, отдел? Не отдел, говорю, а отдел по борьбе с коррупцией. Что у вас случилось? По борьбе с коррупцией? По борьбе с коррупцией. Вот с такими боремся, вот как они. Не обосновайте, я вас прошу. Короче говоря, братка, вот этого гражданина... Что случилось? Ахрин, брат. Новый год, хотел просто его поздравить. Вот шайтан попутал меня. Остановил. Я лично свидетель был, как он его путал. Да, вот. Короче, там вообще каша так, началась. Все и... понятно мне. Мне все понятно. Что у вас случилось? Я же тебе говорил. Что случилось у вас? Короче говоря, братка, вот здесь вот сейчас данный момент полный беспредел. Вот слева от тебя то, что есть полный. Вот он беспредел. Я вижу. Целый кусман беспредел. Короче говоря, вот его кто-то попутал, короче, его сподвиг, соответственно, вот там, короче, круговорот. Все понятно. Так, в принципе, в общем, все понятно. Что случилось, в общем? Короче говоря, братка, родился я в 1979 году в Буйнакском районе. Рос в семье учителей. И вот сейчас сегодня срал на пятнашку я. 15 тысяч он был. У меня нет столько денег. Нет у нас таких там 15 тысяч. По 15 тысяч. 15 тысяч он требует, а? Обоих по пятнашке. На каждого. Иди ты сюда, я вам по 13 сделаю. Идемте. Это не их шарашкина контора, у нас прокуратура плюс. А подожди, я слышал прокуратуру плюс, да? Братка, иди сюда, с тобой отдельно поговорю. Братка, ты...